Насколько сложно было в этом году организовать? И в чем отличие от прошлого года? В прошлом году был онлайн. Да, действительно, в прошлом году была онлайн-трансляция, зрителей не было совсем. В этом году тоже организация была достаточно сложно. В последний момент не могли определиться, какой формат решить сделать. И нашли, мне кажется, лучший формат, который только мог быть. Это и возможность какого-то количества зрителей на трибунах, и возможность телевизионной съемки, что позволит увеличить нашу аудиторию несколько раз. Поэтому мы счастливы, что в этом году нам удалось сделать это шоу 18-й. 18-й год подряд мы с Ольгой делаем шоу «Олимпийский чемпион». Мы стараемся каждое делать лучше, но это же судить зрителям получилось. Вот 18-е шоу, как удается удивлять все еще? Вы знаете, наш вообще вид спорта безграничен, и постоянно есть такие вещи, которые на соревнованиях вы явно не увидите. Сегодня шоу было посвящено, наверное, такой камерности нашего вида спорта, потому что классика в сочетании с красотой движения на воде, мы хотели сегодня именно это показать. Показать тему того, что уже 6 олимпиад подряд наши спортсмены не сдают позиции, лидируют на мировых аренах. Конечно, это тоже классика. Классика той подготовки, которую дает наш тренерский штаб, за что мы безумно им благодарны. Поэтому вот это классическое обрамление сегодня, оно, наверное, олицетворяло, наверное, вечность того, что Россия всегда будет лидером этого вида спорта. Отражение звезд, конечно, не случайно. Сегодня участниками шоу были звезды. На сцене блистали звезды. Эти звезды были из разных формат. Безусловно, основывали синхронное плавание. Ну и, конечно же, артисты, актеры, оркестр, солисты. Поэтому всем безумно благодарны за то, что они приняли участие. Получился такой, даже, наверное, не шоу, а спектакль на воде. А вот это из оркестра, она как Space. Ну, это, наверное, все было в обсуждении, творчество рождалось. Мы же каждый год, когда придумываем новое шоу, мы стараемся найти какую-то новую идею, сделать то, чего еще не было, соединить то, что, казалось бы, соединить невозможно. Поэтому, когда соединяется спорт и искусство, и соединяется в такой ипостаси, соединяется на самом высоком уровне, тогда это затрагивает внутри, в душе шоу. Это самое главное. Если у людей на трибунах появились мурашки, если мы смогли достать самые тонкие чувства, значит, мы своего добились. И мы очень рады, что делали это для зрителей, для наших зрителей, самые титулованные, самые профессиональные спортсменки нашего вида спорта. Обязательно. И оно будет лучше этого. Уже идеи есть для следующего Конечно, года? Конечно, но мы не поделимся. Но желающих выступать в нашем шоу все больше и больше, потому что уже приходится делать выбор, кому давать право, а кому нет. Да, это правда. Иногда были моменты, когда мы думали, надо программу сделать пошире, надо еще кого-то, наверное, пригласить. А сейчас мы пришли к тому уровню, когда много желающих, а мы стараемся сохранить качество на самом высоком уровне и предлагаем чуть-чуть доработать до следующего года. Мы считаем, что самые достойные только имеют право быть в одной бане с такими великими чемпионами Светланой Ромашиной, наша команда.